Будете ли вы рассматривать роль великого князя Михаила Александровича в революционных событиях начала XX века? Ну, Михаил Александрович – это, конечно, такая фигура достаточно безвольная. Он жертва английского, сказал бы, заговора, такого английского движения. И один из итогов многодесятилетней долбни и так далее. Вот, ну, скорее вызывает жалость. И, конечно, это человек, который абсолютно уже потерял все связи с Россией и жил в каком-то совершенно другом обществе. Там, то ли в Люксембурге, вот, то ли где-то там в Дании. И не понимал, где он находится и что ему делать. Ну, а когда понял, было уже поздно. А может, и не понял, даже когда пулю получил.